Всем привет! Мне моя подписчица прислала рецепт очень красивого и вкусного салата. Готовила его уже второй раз. Конечно же, многие из вас знают этот салат, готовили, пробовали, но я хочу все равно с вами поделиться этим рецептом. А вдруг кто-то не знал о таком салатике? Вот этот салат, он красивенный, и на праздничный стол, ну, тоже супер, он будет красиво смотреться на праздничном столе. Поэтому давайте возьмемся за его приготовление. Я хочу сразу отделить белки от желтков. Белки пока отставляю в сторону, а желтки буду натирать на средней терочке. По желанию натрите сюда чеснок. Теперь к желткам натираю сыр. Добавляем сюда майонез или густую сметану. Это все готово. Теперь отставляем в сторону и на средней терочке натираю белки. Дальше на блюдо я выкладываю развернутые крабовые палочки и смазываю желтком и сыром. Этот салатик можно приготовить на любой праздничный стол или на Новый год. Он очень красиво будет смотреться на праздничном столе. Второй слой у нас опять крабовые палочки. Сверху посыпаю белком яйца. Салатик готов, получается он очень вкусный. Я дам ему сейчас настояться часика 2-3 и потом можно будет пробовать. Я думаю, что этот салат украсит любой праздничный стол. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.